Думаю, я всегда была немного аутсайдером. Только у меня впервые в жизни все наладилось, как он берет и все портит. Да ладно, обойдется. Мне вот любопытно, почему ты меня ударила? Поскольку я как бы меньше чувствую, мне легче с этим справиться. Иногда я боюсь, что... вообще... не способна любить. Я люблю тебя. Это был твой первый поцелуй? Я просто волнуюсь, что раз я никогда никого к себе не подпускала близко, может, я и не способна. Я впервые в жизни начала терять бдительность. Но, к счастью, ты только что растоптал мою последнюю веру в человечество. Мы были вместе, ты врал? Я больше не хочу говорить, отвали от меня. Мне не следовало тебя подпускать. Ты был пустой тратой моего времени. Пап, я же сказал, я в порядке. Ну, пап, ну сколько можно?